Слушайте, кто не знал, у меня есть высшее образование, у меня есть кандидатская степень, у меня есть публикации в научных журналах, у меня есть выступления на научных конференциях, и у меня есть татуировки. Объясните мне, пожалуйста, товарищи подписчики, почему, когда вы пытаетесь понять уровень моего интеллектуального развития, вы опираетесь именно и исключительно на наличие татуировок? Вы поймите, что татуировка не означает отсутствие интеллекта. Хотя и наличие интеллекта татуха тоже не гарантирует. А жаль, серьезно, запретите бить татуировки людям, не достигшим ничего в этой жизни. Чтобы, блин, вот закончил человек школу, имеет право набить татуху. Закончил вуз, вторая татуха. Чтобы визуально было понятно, кто перед тобой. Вот раздевается мужик, а у него купола во всю спину. И ты такая, профессор наук, уважаемый человек, наверное. Вот и все, вот и все. А, привет, человечек. А, это фитнес-сервис? Фит-сервис, автосервис. Я так и сказала. Что вы можете предложить для моей вон ласточки, которая на колесиках фэшн? Что у вас есть такого? Можем, например, ей масло поменять. Это машина, это не бутерброд, ты понимаешь, да, на секунду, что она ездит на бензине, а не на масле, да? У нас просто акция. Меняешь масло, меняешь бесплатно резину. На чё резину? На резину. Резину меняешь на резину, да? Я о колесах. Я поняла уже, наркоман, наркоманский, что ведь на колесах все. Девушка, так вам менять масло или нет? В смысле? Я веган, я на диете. Не говори масло вообще при мне, не говори вот этих всех словечечек. Спасибо за колесики и масло. Счастливого пути. Вот как у нее можете сделать? Как у нее можешь сделать? Тоже меняем масло и резину бесплатно? Ногти, как у нее ногти, как... Вот вы ничего не понимаете. Свойство муки в том, что она убирает абсолютно жирный блеск с волос и делает волосы более чистейшими. Вот так вмассируем волосы муку, мука на себя забирает жир. Тихо. Ляхи тоже обработаем, чтобы забрало жир. В любой компании есть такой друг, который общается исключительно присказками. У нас был такой обжист. Он в 5 классе нам говорил фразы типа «Спасибо, в карман не положишь». И вот в зависимости от его настроения у него фраза эта менялась. И мы, ученики 5 А класса, слышали такие фразы как «Спасибо, в кровать не положишь», «Спасибо, машину не заправишь» и самый трэш, конечно, «Спасибо, жопу не согреешь». Сейчас захожу на Алиэкспресс, и там за любой заказ Алиэкспресс дарит 700 рублей. То есть получается «Спасибо, в карман положишь». Вот, разыгрывается годовой запас бензина. То есть получается «Спасибо, еще и машину заправишь». Разыгрывается автомобиль. То есть получается, спасибо, жопу согреешь и кругосветное путешествие. То есть, получается, не только жопу, полностью согреться можно. Единственное, в чем был прав убожист, что спасибо в кровать не положишь. Конечно же, подушка, пончик, это что за прикол? А, купить! Алиэкспресс убожист 4.0 в пользу Алиэкспресс. Немногие знают, но белый цвет визуальненько очень сильно увеличивает объемы. Верхушечки вот так. Белый цвет он увеличивает визуально. Наверное, вот так проще увеличить. Чуть-чуть туда подсовываем побольше, чтобы... Ну, вот оно приподняло. Немножечко побольше стало, мне кажется. Что ты нахуй себе насыпь белым, посыпь его, он побольше будет. Не? Короче, если тебе понравилось, подписывайся на мой канал, и в следующий раз я расскажу тебе новый лайфхак, как при помощи ёршика для унитаза сделать комбайн и карьеру в Государственной Думе. Короче, 15 марта, да, я пошла в лес вот за этими, за подснежниками. Выхожу на поляну, глядь, там 12 типа месяцев стоят в натуре. И март месяц самый офигевший, я отвечаю. Он говорит типа, месяц февраль, брательник, братуха, братиш, выйди за меня завтра по-братски, он говорит. А то я что-то за не мог. И месяц февраль в натуре, говорит, без проблем. Месяц март без проблем. Завтра выйду я за тебя, а послезавтра июнь выйдет за тебя. А послезавтра с августом и сентябрем все выйдем в один день. Сечешь? Короче, я отметелила их всех корзиной вот этой вот, да и все. Поэтому я в душе не знаю, кто там завтра из них выйдет. Походу, понедельник. В Челябинске они решили кастрировать.
Слушайте, честно, я не очень фэшн-человек. Я не понимаю вот эти вот дорогие шоурумы. Я недавно была в шоуруме, я захожу, и там платье, вот одно платье стоит столько, сколько вся Челябинская область целиком. Чтобы глупо не выглядеть, куплю капроновые колготки. Они же не могут стоить дорого. Спрашиваю, а сколько колготки вот эти стоят? Мне говорят, 40 тысяч. 40 тысяч за капроновые колготки. Что с ними? Они волшебные какие-то. Они там мне девственность вернут или что? Эти колготочки очень редко рвутся. Я думаю, конечно, конечно, потому что если я их куплю, я поставлю их вон туда на полку и буду молиться на них. Я их надевать не буду. Я, может быть, не очень фэшн-человек, но я очень адекватный. Поэтому я купила себе колготки за 200 рублей. 200 рублей просто. Я могу просто ползком возвращаться каждый день, потому что на утро я могу надеть новые колготки. И еще одно утро, и опять новые колготки. И так 200 дней подряд. Колготки за 200 рублей. Могу с ними делать вообще все, что захочу. Вот и все. Короче, 15 марта, да, я пошла в лес вот за этими, за подснежниками. Выхожу на поляну, глядь, там 12 типа месяцев стоят в натуре. И март месяц самый офигевший, я отвечаю. Он говорит типа, месяц февраль, брательник, братуха, братиш, выйди за меня завтра по-братски, он говорит. А то я что-то за не мог. И месяц февраль в натуре, говорит, без проблем. Месяц март без проблем. Завтра выйду я за тебя, а послезавтра июнь выйдет за тебя. А послезавтра с августом и сентябрем все выйдем в один день. Сечешь? Короче, я отметелила их всех корзиной вот этой вот, да и все. Поэтому я в душе не знаю, кто там завтра из них выйдет. Походу, понедельник. В Челябинске они решили костюм. Меня веселят взрослые женщины, которые говорят, Наташ, почему мужчины все лгут? Вот бы мужчины все говорили только правду. И я вот думаю, хоть бы нет, пожалуйста, только не мне. Поймите, если бы мужики говорили только правду, у нас у каждой бы уже состоялся такой диалог. Дорогой, я не потолстела, вообще-то потолстела. Но тебе же нравятся такие пухленькие, как я. Вообще-то нет, мне нравятся стройные и молодые. Но ты же со мной, потому что ты меня любишь. Ну, вообще-то, потому что я ленивый. И ту, которую я люблю, она мне не дает, а ты даешь. Бабы, давайте честно, мы не хотим слышать правду. И вы, мужики, тоже не хотите слышать правду. Когда после секса спрашиваете у своей женщины, ну, типа, ну, как оно было? Мало кто из вас хочет слышать прям правду. Что, типа, ну, было так себе средне, на троечку. Если бы я вместо тебя не представляла Алексея Воробьева, я бы и не кончила, блин. Мало кто хочет это слышать. Кроме Алексея Воробьева. Вот и все. Слушайте, уважаемые подписчики, вы понимаете же, что я не психолог и не психиатр. Но почему-то мне продолжают писать такие люди, которым реально нужны и психолог, и психиатр. Мне пишет какой-то мужик, типа, Наталья, я адекватный человек. И я вот заметила, кстати, если письмо начинается с фразы «я адекватный человек», значит, дальше я очень сильно засомневаюсь в этой фразе. Вот, он пишет, я адекватный человек, я так считаю. Если жена изменяет, это ее вина полностью. Это она виновата, она шлюха. А если изменяет муж, это его жена виновата, что она его до такого довела. Я сначала хотела возмущаться, типа, дебила ты кусок, а потом думаю, так ты прав. Во всем всегда виноваты женщины. Потому что тебя же тоже родила какая-то женщина, не могла вовремя аборт сделать. Поэтому ты молодец. Не связывайся с женщинами. Не дай бог, еще кого-то от себя родишь. Нафиг. Вот и все. На самом деле здесь нет какой-то личной темы, то есть никаких проблем, все на своих местах. И даже если мне не нравятся какие-то форматы, в которых, например, там ты работаешь, ты, неважно. Я уважаю вас за то, что типа вы держите планку. В любом случае это круто. Но из всех, то есть здесь, ну, Джарахов топ. Потому что этот чувак делает, ну, творчество. А все остальное, типа. Можно поменяться. Соу. Нет, поменяться нельзя. Ну сейчас, мы еще не начали работать. Атмосфера, конечно, была накалена. Я понимаю, начнете работать так, суки. Значит, будете интересно. Придется. Не, мне нравится та тема, то, что ты не относишься к блогерам. Я тоже стараюсь это делать, потому что, ну, 90% все, того, все, что здесь деле, происходит, там... Такой, знаешь, Наташ, в твоей казался достаточно надменный парень, он сразу же начал расставлять нас по рейтингу по местам, и при этом он не относит к себя к блогерам. Окей, но я соблюдаю субординацию, в смысле, я же там никого...
Итак, чтобы приготовить ботильоны, мы берем как бы обычный мужицкий носок. Носок, он теоретически и географически, он как бы состоит из двух частей. Как бы носок. Носок состоит из носка. Вот такая фантазия была у человека, который создал эти чудодейственные носки. Классно, если у вас дома есть ноги. Если у вас есть ноги, то у вас, скорее всего, получится мой лайфхак. Берем этот антикреативный носок и отрезаем вот здесь на пяточной доле, отрезаем как бы дырку. Вот, прорезаем как бы дырку, ну, по возможности, чтобы она была небольшая такая, как в бюджете у нас в Челябинске. И надеваем на туфли. Смотрите, девчули, и у вас new, absolutely new ботильоны. Если ваш муж спросит, откуда у тебя... Слушайте, я конфетоголик, и мне не нравятся люди, которые сами не едят сладкое и другим запрещают. У меня просто подруга есть такая. Она постоянно на правильном питании. Сладкая, полусладкая жрет как не в себя, но это как бы правильное питание такое. И она постоянно говорит, что типа, Наташ, твои конфеты сокращают тебе жизнь. И вот честно, ни разу не было такого, что я день не поела конфеты, да, и у меня с утра линия жизни вот так в подмых ушла. Не удлинилась, блин, сильно. Не было такого. И вот, и она мне говорит, отучаемся от конфет так. День не поела конфет, пошла в магазин, побаловала себя чем-то, красивым платьем или красивой сумкой. И вот я вчера не поела конфет, пошла в магазин и купила себе две красивых сумки. Смотрите, какие. Это просто сумки. Внутри то, что надо, это женские штуки внутри. Слушайте, моя книга «Бывшие» признана самой полезной книгой года. 70 тысяч экземпляров продано на данный момент. И самый прикол, что один мой бывший, который говорил... Ну, я не могу платить алименты. По итогу заплатил алименты вот таким способом. Девочки мои, чтобы добиться нежности, стирайте вашего парня лаской со вкусом нежности и промежности. Да. Два года назад меня подруга пригласила на свою свадьбу, а я не успела схудануть. И я надела вот корректирующие колготки, прям полчаса их надевала, еле влезла. Стройнее меня была на свадьбе только 10-летняя дочь невесты от первого брака. Ко мне даже мужик стал приставать, что типа, Наташ, во имя счастливого брака, свидетели должны переспать друг с другом. Я думаю, блин, зачем ты мне это рассказываешь? Ты не свидетель, я не свидетельница. Ну, переспать на свадьбе – это святое. И мы пошли. Срывает с себя рубаху, я снимаю колготки. Он срывает с себя джинсы, я снимаю колготки. Он срывает с себя труселя, я снимаю колготки. И он еще минут, наверное, 10 смотрел, как я пытаюсь снять с себя колготки. И спрашивает, слушайте, а зачем вы, женщины, утягиваете себе ляхи? Видно же, что они жирные. Так вот, девочки... Утягивающие колготки – это не просто колготки, это средство предохранения от дебилов. Вот и все, вот и все. Объясните мне, что такое натуральная красота, за которую вы все сейчас ратуете? Мне просто подписчица сейчас написала, типа, Наталья со своими стрелками толстенными, вы выглядите как шлюха, сейчас в моде, no makeup, all natural. Я думаю, сейчас я зайду к тебе в инсту, посмотрю, что у тебя там. No makeup. И захожу к ней в инсту, и самое обидное, у нее реально фотки без мейкапа. Она не красит лицо, но она красивая. А потом присмотрелась, у нее брови – это татуаж, межресничка – татуаж, губы – татуаж, и даже ровный цвет кожи – это татуаж тонального крема. То есть, по сути дела, она сделала татуировку нормального лица на своем еблитосе. Но я желаю тебе только добра, и шубу из бобра, и мужика красивого, и чтобы ты родила дочь от этого мужика красивого, которая была бы вся в тебя. И когда твой красивый мужик спросит, а почему у нас дочь такая стрёмная, в кого она? Вот своему мужику и объяснишь теорию про all natural. А я крашу стрелки для того, чтобы указать направление, куда идти тебе в жопу. Вон туда. Вот и все, вот и все. Слушайте, вы все знаете, что у меня дома живет огромный суровый челябинский пес Серик.
И единственное не суровое, то, что он ходит в туалет дома на пеленочку, как маленькая собачурочка. Я пыталась научить его ходить на улицу. Я брала пеленку, клала ее под дерево, типа, смотри, Серик. Серик, смотри, а? Понял? Нет? Понял? Он на меня так посмотрел в этот момент, типа, хозяйка, что с тобой не так? Ты что меня позоришь? Что-то я не видел, хозяйка, чтобы ты ссала под березу. Там просто, ну, был случай, но я не рассказывала об этом случае Серику. Какой пес хочет быть похожим на меня? Мне кажется, он скоро свой сучий бьюти-блог какой-нибудь запишет. Я эти пеленки покупаю на Пандао, и вчера захожу заказывать, а там скидки на технику до 50%. Там Xiaomi за 4000 можно купить. Короче, ссылку на Пандао я оставляю под видео, и нам всем нужно запастись пеленками, потому что там обоссаться, какие скидки. Вот и все, вот и все. Моим сыновьям по 12 лет, но иногда, честное слово, они ведут себя как маленькие дети. Тимур, у нас этих киндер-игрушек и так по всей квартире. Ты взрослый человек. Это ты как сделал? Это не я сделала, это сделал Едодил. Едодил среди своих пользователей разыгрывает кучу призов. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно покупать продукцию из брендов Простоквашино или Kinder. Я Едодил, Едожу и буду Едодить. Я Едодил, Едожу. А где? А где призы? Тима, где призы? Мам, надо просто сканировать чеки в приложении Едодил. Я, кстати, так и подумала. А где мои чеки? Все. Это точно хайп-кэмп? Самый стильный чаечек на этом брае. Это что за говно? А зачем это все? Это, мне кажется, это будет очень отвлекать блогеров от творчества. Давайте их на улицу выселим, а мы с Соболевым будем здесь жить. Хуже, чем было, уже не будет. Ты, блин, закрытый весь сам в себе. Ты самостоятельный. То есть есть такие люди, они закапсулированы. Все, тебя не поддеть. И любовь с первого взгляда, и ненависть. Любая эмоция яркая, это надо брать. Это лучшее лизоблюдство. Интересно, но очень сложно. Мы что-нибудь придумаем. Первые 100 тысяч набрать? Как нифиг нафиг.